Бизмен. Весы. Да? Весы, да. О, вот как. Весы. Там у меня другие есть еще. Как они что, как-то вращались, как-то, да, чтобы вес определять? Ну, я точно не знаю, как. Не, ну вот вес вот, цепляли, все за эту сторону. То, что-то обозначили. Вот. И вот все здесь, стрелка света оттягивает, и она показывает. А, вот, я пойду скоро. Вот как здорово, да? Ну да, придумал. Да. Это все делали люди. Вот. Ну вот, Василий Мартинович, как делали, отливали. С любовью. Било. Не, ну это такой простенький. Коровье. Нет, для коров. Для коров, а. Да. Или вот советские делали уже все. Их делают произведение искусства. Красота. Вот тоже. В том доме там земля нашел. Да, ну, так для... Это ж печка. Да? Ну, это, дверца для печки. Произведение. Шикарное прям. Сейчас сделано. А, ну да, тут она сбоку. Не, ну, открывалась. Открывалась, да? Ну как вот, вот она. Все, вот она. Понятно, да. Открывается. Ну, видите, сюда. Там закрепляется. Там сбоку. Вот, за солнышко, а? Да. Вон как ну, она не от этой. Сейчас уже, ну, понятно. Не от этой сейчас. Она не подходит. Сейчас уже это исключение. Тоже произведение, он, красота. Вот. Редкие. Редко, ну, да. Как бы. Но гольку. Я это застал. Но курини такие. На Льва Толстого похож. Ну и среди коллекционеров называют. Ну хотя да. Не он. Ну, лицо, видите. Да, похоже, да. Ну, похоже. Так называли. Были у Тигета, углем наполнялись, а были просто углем. Нагревали, ставили на плиту. Ну, вон, есть, ну, еще, там еще ага. Разные. На Украине называется праска. На Украине праска. Праска. Вот эти ставили на плиту, ну, нагревали, да. Это трубой она режет вот тоже. Mm-hmm. Это вот угольки, ну, разные. Ну, прялка. Вот. Это тоже прялки. Ну, да, только это... Если вот две у меня вот такие. Но экспонаты довольно живые. Это не то, что там поломанные, переломанные, лапки. Где-то валялись, а видно, что где-то кто-то их хранил. Вот, и вот они, открыточки. Вот они, ну, сохранились. Сидели как? Да. Ох, чесали там и так далее. Кто что там, то интересно. Автор? Да это как? Куликов. Куликов. Сколько мы художников не знаем. Вот тоже, вот, смотри, да. Как у Николая тоже пишет. Что лучше. Так, ну это эти вот, это я... Все, привет для души. Это Федор Иванович Суханов, Волгоградский, Царство Небесное, Батарик. Один из лучших был художников, он этюд. Это чья работа? Ну это, правда, тоже Варлах, это, ну это хороший, несколько старых это тогда, или взять, я говорю, привези, здесь же должна быть. Но, вот. Много лет пройдет, Дима, пока. Троица должна быть, а ее отменили. Да. Троица отменили. Надо. И вот это шикарная работа. Это водичка. Тишанка. Водичка, старая русская тишанка. Какая водичка, а? Будешь соображать, тем больше затягивать будет. И уже тебя не оторвать тогда будет от этого. Ты их с этюда делал? Да. Ну это Олейников там мне дарил. У меня дома две его. Более интересные. Вот это интересная работа, отображает это место. Ну это этюд мы. Thank you.
Нет, все работы выполнены на высоком уровне, хотел бы сказать, что они все соблюдены, все буквально там пропорции, все передние, задние планы, это здорово. Хотя бы на той воде, там где домик, там бы еще какую-то водичку маленькую нарисовала, близко она бы. Так я делаю, пятно надо, пятно не, надо. Не, ну понятно, да, да, да. Ну, это так, чисто. Да не надо ничего. Чисто. Что такое картина? Давайте между нами говорят. Если этюд не хуже, хуже картины. На фоне. На фоне. Старины. Да. Понимаете, вот это мне нравится такая живопись. Она, как говорится, гладью. Это живопись, которая Щербаков. Все большие люди, типа Щербаков и Кость, все писали вот так, именно такими. Они, кстати, нету. Щербакова, ну, в свое время дирекция передвижных выставок, раньше по Советскому Союзу возили, да, рефрижератор, и не знали, куда их выставить. Зала еще у нас не было, я-то все время помогал выставки в краеведческом делать. Вот. И привезли в ящиках работы, разгрузили. И мне директор, Виктор, может придешь так? Я могу только в выходной прийти. Ну, когда у меня занятий нет. Вот, пришел, они уже там вытащили из ящиков. И во всех ящиках. А всех мы не стали смотреть. Я что-то вытаскиваю, там Щербаков, народные художники, заслуженные, домашников там, ну такие. Да, да, там, да. Я говорю, давайте мне это, Пластов там работал. Я говорю, вы чего? Вот. И Щербакова одну оставили. Она у них там вот такая небольшая. Украли? Да. Украли? Не, не украли. Не, ну, видать, они передали на баланс там. Как раз. Да вот, темновато сейчас здесь. Ну, это надо на работе смотреть при этом свете. Вот, да, она, да, она, да, она совсем по-другому смотрит. Да. В темноте. На снег там хорошо перед, видишь, освещение, рефлекс на снег упал. Видишь, освещение деревьев. Да, это вот там тоже. Да. Не, ну, с Валерой Мерзиан. Холодно. Очень как хороший. На этюд сходишь, я простывал. Ноги. Согласен. Очень хороший, хороший этюдик, свежий. Солнце оттуда упало. Ну да, вечернее. И его, да, его зафиксировали, вот мне очень этих некоторых, ну, порой, этих нет домиков, всего же, ну, история. Ну, художник, как все, летописец художник. Ну, здорово тут. Остров, против, немец сдержал. Уже не говоря, что делается здесь. Ну, камушки, а это вот, нет, это когда я в этой Березовской на пленэре был. А Коваленко, когда ехал, все собирал. Он мне это выбрал там жернов камень там, ну, семейным такой. Я не успел сойти, а он уже все. Я тебе камни. И у меня эти камни там пообломались. Не, он там, он нашел там. Ну это копия. Ну причем тут мы сейчас, это копия, это не копия. Мы смотрим на работу. Ну, это, я, копия это слово такое пустое. Это я сказал, что я когда приезжал на Щербакова, он говорит, просто я выставил на свою работу. Он говорит, вот товарищ, вы побольше копируете, занимаетесь. Не надо лезть куда-то в нево, хево. Ну, это все пустое, это нет никакого развития. Достигните кого-то, какого-то художника, достигните хотя бы его уровня, хотя подойдите к уровню. Это много работы. И говорит, не надо стесняться. Он в Дрездене 5 работ
делал копии. Наши забрали галереи. А когда отдавали, сказали, давайте мы все работы сделаем копию, оставим себе. Вот ему опять работ сидел. Я сам раз его делал. Сложнее. Она малоизвестная была. Да. Была, оказывается, в коллекции Медовщиков. А что там, что там? Лауреат Сталинской премии. Что там? У меня работа, кстати, не так, что, есть. Что там Саврасова, какая работа? Вот. Ну, типа оттепель у нее, но она малоизвестная. И писали, когда где-то ее печатали, частное собрание, а фамилию не писали. А когда он умер, Балградский художник, театральный, лауреат Сталинской премии еще был. И я когда-то помню, туда, ну, я выставки там детские делал, и там Татьяна Алексеевна была, по-моему, она секретарь в Союзе художников, Виктор Бытик. Она знала, что я работы начал собирать. И некоторые Павлоградских покупал там Суханов, у меня Бородин там и так далее. Ну, выпивал, понятно, выпивал в последнее время. И вот в последнее время. Да много художников любило. Это, да, да. Тарасова очень много работ именно оттепель. Почему-то он любил это состояние природы. Не очень много. Ну, что прийти улетели, это ну, один. Ну я делал Тараса один в один, там, да, цвет. Но, там... Ну, у меня Сетеревской Лида знаю. Да, да. Вот. Ну, прислал Виктор, ну давай. И, а у него цена 1000. Ну, я отдал в такой раме, такой. Рам стоил. Ну, бог с ним, бог. Ну, умер, скончался. Кстати, у него в коллекции народный художник. Он мне начал показывать. Ну, с Петрозаводска там. Это у кого? Это он умер, вот. Была уже годовщина. Ну, на 10 лет старше. Вот, ну, я думаю, смотрите, какая гигантская работа. Видишь, такая большая работа, отражение в воде, ну, здорово написано. А вон там вот, не нравится мне. Я... Давайте вы меня две или три выберете, а я народ называю. Не стал. Не стал. Да. Мы попали, конечно.